heaven on earth. Это ваш год восстановления. Воздайте Богу громкую хвалу, где бы вы ни были, в зале или на балконе, с кем бы вы ни были. Прославьте Господа во имя Иисуса. 2021 год, о котором мы мечтали, начинается прямо здесь и сейчас. На этой неделе Бог будет делать что-то удивительное, поэтому будьте готовы к тому, что в вашей жизни произойдет что-то невероятное. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас на ТБН, ТБН Ету, One Gospel, Praise TV, Facebook Live, YouTube, в исправительных учреждениях по всей Африке и всем, кто слушает нас по радио. Привет, Россия, Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай, Африка. Давайте еще раз прославим Господа. В одной только России нас смотрят 11 миллионов человек. Это великое чудо, которое Бог совершил во время этого локдауна. Перед тем, как я вышел сюда, Бог сказал мне, что вы люди с великой судьбой, и вы были рождены для этого времени, чтобы совершать великие вещи для Бога. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Отрегулируйте звук у меня, пожалуйста. Ага, спасибо. Никакого эха. Скажите своему соседу. Ты выглядишь очень хорошо. Я так рад быть здесь сегодня во имя Иисуса. Аллилуйя! Кто из вас верит, что ваши лучшие дни еще впереди? Тогда воздайте Господу хвалу. Аллилуйя! Мы не будем прогибаться. Это наше время. Скажите это наше время во имя Иисуса. И присаживайтесь. Настроимся на неделю мечты, которая начнется во вторник вечером. Это будет грандиозное открытие. Сцену мы уже изменили, и сейчас работаем над звуком. Поэтому простите, если сегодня звук не идеальный. Но во вторник все будет прекрасно. Не пропустите. Будет прямая трансляция на нашем сайте, а также на ТБН. Это будет прекрасное время. Собрания пройдут также в среду, четверг и пятницу в 19:00. А в субботу, когда-то была такая старая песня, «Мы маршируем для Иисуса, маршируем для Него, и в субботу мы будем также маршировать». Это будет марш в поддержку женщин. Тем, кому надоело гендерное насилие, изнасилование, бедность, коррупция и то, что детям нельзя приходить в церковь, все соберутся у здания Union. Мы всего лишь поддерживаем этот марш, а не выступаем его инициатором. Мы полностью поддерживаем эту идею, потому что женщинам пора подняться. Деворы, Есфири, и как бы вас ни звали, вам пора подняться и сделать так, чтобы вас услышали. Мне кажется, наше правительство стало считать наши голоса несущественными. Поэтому, прекрасные дамы, от 1 года и до 120 лет приглашаем всех вас. Начало в 11:00, а продлится все до 13:00. Там будет президент или представитель его, а еще там будет служитель Зума. Пора женщинам заявить. Мы хотим, чтобы наша страна была безопасной, и чтобы наши дети получали нормальное образование. Мы хотим свободы в Южной Африке во имя Господа Иисуса. Аллилуйя. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему. Моя проповедь называется «Разжигай борьбу». Многие люди утратили дух борьбы из-за пандемии вируса. Многие стали сонными, многие лишились важных вещей во время этой пандемии. Я верю, что Бог использует эту неделю, чтобы разжечь боевой дух. Об этом мы будем говорить. Он разожжет огонь, надежду, веру, свободу, видение и страсть. И все это в вас. И вы начнете приносить разницу. Вы начнете творить историю и сотрясать этот мир. Если вы верите, что я говорю именно о вас, то давайте прославляйте Бога. Это не обычное церковное собрание. Это начало недели мечты во имя Господа Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о Моисее.
О, это был великий человек с великой судьбой. Исход, 3 глава говорит о нем. Запомните навсегда. Вам нужно быть в правильном месте, чтобы услышать Бога и пережить Его огонь. О, я очень благодарен Богу за технологии, потому что благодаря им мы есть по всему миру. Но при этом нам нужно, чтобы наши церкви были открыты, потому что церковь — это прежде всего место обитания нашего Господа и Его огня. Аллилуйя! Если верите в это, поднимайтесь на ноги и прославляйте Господа. Итак, Исход, 3 глава. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, где он прятался от своего предназначения. И пришел к горе Божией, Хариву, то есть в церковь Сиарси. И явился ему ангел Господень в пламени огня. Это будет неделя огня. Это будет неделя, когда Бог разожжет вашу страсть во имя Иисуса. Из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, на тех безумных людей в церкви Си-Арси». Отчего это куст не сгорает? Почему они не сдаются? Почему они отказываются прогибаться и молчать? Почему они не согласны мириться со всем, что происходит в этом безумном мире? Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего это куст не сгорает? Господь увидел, что он идет смотреть. И воззвал к нему Бог из среды куста. Я не говорю о религии, а прежде всего о встрече с живым Богом. Я не спрашиваю вас, где вы и что вы сделали не так. Я не спрашиваю вас о вашем прошлом. Я спрашиваю, готовы ли вы отойти в сторону и услышать голос Божий. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» А он ответил: «Вот он я». Бог ничего не может сделать в вашей жизни, пока вы не услышите Его голос, обращающийся к вам. В Божьем присутствии все меняется. Бог уберет вашу боль, ваш позор и ваши сожаления, слабости, вашу апатию и посредственность и многое другое. И Он разожжет вас, боевой дух. Некоторые из нас до спасения любили побороться. Я, конечно же, не был таким. Важен не размер собаки, а ее боевой дух. Ведь так можете выставить самого большого лабрадора против моего питбуля. Я не поощряю собачьи бои. Поэтому, любители природы, не стоит убегать отсюда. Не переживайте. Я очень люблю собак и кошек, и животных вообще, любых животных. А если вы охотитесь на животных, то когда придете на небо, Бог сделает так, что у животных будет сезон охоты на вас. Я пошутил. И сказал Бог: «Не подходи сюда. Будьте аккуратны, когда приходите к Богу. Не приходите к Богу так, как вы приходили на прошлой неделе». Не приходите к Нему с неуважением и важностью, приходите к Нему со смирением. Приходите к Богу с готовностью услышать Его, с открытостью. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего.
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Удивительно, что люди до сих пор боятся Бога. Когда они грешат или оступаются, они убегают от Бога. А вы послушайте, ваш грех больше не отделяет вас от Бога. Когда Адам согрешил, Бог пошел искать его, чтобы пообщаться с ним. Когда Петр убежал от Бога, Иисус пошел за ним. В Ветхом Завете люди боялись Бога. В Новом Завете сказано, что все ваши грехи и беззакония прощены. Цена уже заплачена. Поэтому на этой неделе мечты. Вы придете к Богу, и Бог возьмется за вас. Бог будет формировать вас, лепить вас и приводить в форму во имя Иисуса. Бог будет работать в вас, чтобы потом действовать через вас. Многие из вас, как Моисей, прячутся от того, к чему Бог призвал вас. Но кому-то из вас нужно стать реформаторами в политике. На этой неделе я общался с одним замечательным человеком, и он сказал так. «Пастор, в этой стране такое творится, что Бог призывает меня идти в политику. А что вы скажете? Если Бог призывает вас, то что я могу сказать на это? Но моя жена, мои родные и друзья, никто не понимает меня», — сказал он. А я ответил, «Часто, когда Бог призывает вас к чему-то, то другим людям нужно больше времени, чтобы принять это, особенно если Бог переключает ваш фокус на другое направление. Мы смотрим на наши проблемы, но мы призваны не просто смотреть, а решать проблемы. Мы призваны искать решения для борьбы с бедностью. Мы призваны уничтожать великанов». Но это невозможно сделать, сидя на месте. Мы не сделаем этого, если будем теми христианами, которые только и ждут вознесения церкви. Кому-то нужно пережить встречу с Богом для изменений в системе образования или для борьбы с социальным неравенством в Южной Африке. Кому-то нужно пережить встречу с Богом, чтобы начать проводить крусейды и запустить величайшую жатву в истории. Если вы верите, что этот кто-то — это вы, тогда давайте. Вскочите на ноги и прославьте Господа Иисуса сегодня. Вы здесь не случайно. Аллилуйя! Я понимаю, что некоторые из вас пришли сюда впервые, и вы привыкли к нежному и кроткому Иисусу, но таким образом не разжечь борьбу, потому что дрова были сырыми слишком долго. Тут Господь не пришел как маленькая спичка, Он пришел в пылающем огне, и у некоторых из вас настолько сильный характер, что пока вы не встретитесь с сильным Богом, вы так и не изменитесь. Вы думаете, что это вы босс, вы главный в своей жизни, и вы, как и Моисей, фокусируетесь лишь на том, что здесь и сейчас. Кстати, напомню вам, что Моисей вырос при дворе фараона. Мы знаем, как он был спасен, мы знаем, что первое непослушание было проявлено, когда вышел закон о том, чтобы убивать всех младенцев. Были женщины, которые спасли Моисея, и многих других еврейских мальчиков, ослушавшись указом, они сделали это и спасли своего освободителя, надежду и будущее Израиля. Церковь. Это надежда мира, а не политическая партия. Слава Богу за наше правительство. Я буду говорить это, пока не приду на небо. Когда я приду на небо, там не будет никаких политических партий. Там будут только те, кто рождены свыше и служат целям Христа на этой земле. Этим я не хочу сказать, не лезьте в политику. Занимайтесь тем, к чему Бог призвал вас. Будьте на том месте, тем, кто приносит перемены. Поймите, что эта жизнь — это больше, чем сей момент. В вашей жизни есть цель. А Моисей утратил свою цель. Вы всегда чувствуете, к чему именно призвал вас Бог, потому что это есть в вашей ДНК. И когда вы приходите к Иисусу, Он не одомашнивает. Он не укрощает вас. Он не усмиряет вас так, как религия. Религия — она стремится убить всех, сделать всех одинаковыми и лишить вас индивидуальности. Именно религия
приводит вас к смерти, но только не к воскресению. А если вы доктор, то будьте лучшим доктором, будьте изобретательны, находите новые пути, будьте лучшим в своем деле. Именно этого Бог желает от своих людей. Ему не нужны просто вьючные ослы или усмиренные лошади. Ему нужен тот, кто готов идти, кто готов отпустить прошлое и принять будущее, кто готов обменять свои неудачи на то, что Иисус сделал на кресте. Аминь. Кто готов смотреть дальше этого момента и видеть крест Иисуса? Итак, Моисей был освободителем, и мы видим указатели на его предназначение. Когда египтянин бил израильтянина, он убил его. Он упредил волю Божью, потому что знал, что его судьба — быть освободителем. Где он нашел свою жену? У колодца. Когда пришли дочери Иофора, одна из которых потом стала женой Моисея, а пастухи стали отгонять их от воды, что он сделал? Он побил их. Мы видим, что в нем было заложено естественное желание защищать, вмешиваться и спасать. Но поскольку Моисей упредил волю Божью и потерпел неудачу, он убежал от Бога. Он убежал в пустыню. Он застрял посреди ковида. Это лишь иллюзия, что мы ничего не можем делать. Многие пишут в соцсетях, Библия говорит, что в последнее время наступят времена тяжкие. Да, мы живем в последнее время, но это не означает, что мы должны прогибаться или проявлять слабость. Нет, мои братья и сестры, до самого возвращения Иисуса нам велено захватывать территории и строить гору Господню. Она должна быть выше всех гор. Бог велел нам быть лидерами в нашем обществе, захватывать, а не забиваться в угол. И тогда, когда произойдет вознесение церкви, именно тогда наступит хаос, тьма и великая скорбь. Если вы считаете, что мы живем посреди скорби, то почитайте Библию внимательно. Очень скоро я буду учить о вознесении. Церковь будет восхищена в самом начале скорби. Бог заберет свою церковь отсюда до начала скорби. И тогда воцарится хаос. А один политический лидер принесет в мир порядок. Это Антихрист. Представляете, из этого мира исчезнут 1,5 миллиарда христиан. Соль и свет будут взяты из этого мира. Вы только представьте страх, неопределенность. Возможно, будут говорить, что инопланетяне похитили треть населения, но мы знаем, что это восхищение церкви. Все это произойдет в мгновение ока. Библия говорит, что мы должны ждать этого дня с нетерпением. Как было во дни Ноя, когда Ной и его семья избежали потопа, так и мы с вами избежим великой скорби. Мы уйдем отсюда в нужное время, а до этого у нас есть работа. Нам нужно проповедовать, менять жизнь, реформировать общество. Мы должны стать поколением Моисея. Я обращаюсь именно к вам. Кем бы вы ни были, готовьтесь. Может, вам всего 17, как Давиду. Может, вы чувствуете себя слабым, как Гидеон. Так готовьтесь ко встрече с Богом. Господь с вами, и вы, могучий воин. Это ваше время. Скажите аминь на это. Мы умеем молиться, и это хорошо. Молитва должна быть нашим первым прибежищем, но это ничего не даст, если доктор будет молиться, но не будет при этом оперировать. Надеюсь, вы понимаете. Если это так, скажите аминь и воздайте хвалу Господу во имя Иисуса. Аминь. Иногда в молитве мы прячем наш свет под кровать. Иногда нам проще умереть со Христом, чем взять на себя ответственность для этого. Нужно бороться. А здесь мы видим Моисея, утратившего боевой дух. Он утратил боевой дух по отношению к своему призванию и предназначению, как многие люди, и даже пасторы сегодня. На этой неделе у меня была встреча с различными пасторами,
и лидерами харизматических церквей, и один человек решил поговорить о том, как будет выглядеть церковь после ковида. Я сказал, давайте откроем Библию. Это Деяния, 2 глава. Это церковь славы и победы, церковь доминирования, которая захватывает новые территории. Иисус придет не за пораженной церковью, которая прячется, а за славной, триумфальной церковью. Я обещаю вам, Южная Африка, что мы изменим эту страну, искореним бедность до 2030 года. Во имя Иисуса мы увидим прекрасную экономику и прекрасное образование. Вам не придется отправлять детей в Америку или Канаду. Вы сможете хорошо обосноваться прямо здесь, в ЮАР. Давайте будем строить лучшее будущее, лучшую страну и лучший завтрашний день по благодати Божией и силой Святого Духа во имя Иисуса. О, я чувствую, что Дух Святой сейчас здесь. Прославляйте Его. Давайте изменим атмосферу. Давайте избавимся от неверия, депрессии и отчаяния. Воздайте Ему сильную хвалу. Аллилуйя! Готовьтесь к Божьему движению. Оно обязательно придет. И хоть бы и замедлило, но все равно готовьтесь ко встрече с Богом во имя Иисуса Христа. Готовьтесь! Аллилуйя! Готовьтесь! Готовьтесь! Поднимите руки и скажите, это мое время во имя Господа Иисуса. Я сказал «Аллилуйя». Итак, Бог приходит к Моисею, и у него есть цель. Аллилуйя! Много лет назад, когда Дух Святой излился на Южную Африку, Он принес с собой видение и понимание. Некоторые люди настолько полюбили проводить время с Богом, что им не хотелось ничего, кроме как лежать в Его присутствии. Конечно же, ничто не сравнится с прикосновением Бога, но когда Бог прикасается к вам, Он делает это потому, что у Него есть какая-то цель. Он не просто прилив адреналина на воскресном собрании. Он не просто доза сверхъестественного. Он ваш Бог. И Он приходит, чтобы привлечь ваше внимание и перевести вас в то, что Он предопределил для вас. Писание говорит, что восхищение произойдет во мгновение ока. Подумайте, насколько это быстро. Сколько мгновений прошло, пока я говорил о мгновении? Мы все умные люди и понимаем, что это мили, миллисекунды. Во мгновение, микроны, раз, фух, и нас уже нет. Вот так просто. И это еще не все. Люди, которые уже умерли, мой брат, мой отец, мои родные. Вы только подумайте, их тела воскреснут вместе с нами. Тоже во мгновение ока могилы пооткрываются повсюду. Это будет хаос. Но до этого у нас есть работа, и она заключается не в том, чтобы спать, а в том, чтобы быть на страже. Это означает, что мы должны быть вовлечены. Мы должны участвовать, а не смотреть в другую сторону. Мы не можем не гореть огнем Божьим. Мы не можем сидеть сиднем. Мы не можем быть посредственными и эгоцентричными, и мы не можем постоянно быть в режиме выживания. Мы были рождены для этого времени, согласно Евангелию от Матфея, 24 главе, последнее пророчество, которое еще должно исполниться, а все остальные уже исполнились. Это... «Будет проповедано это Евангелие всем народам, и тогда придет конец». Это финальный пункт в Божьем плане. Финальный пункт в Божьем плане. Почему мы хотим искоренить бедность? Потому что Бог ненавидит бедность. Бог против любой формы угнетения, душевной, духовной, телесной, а бедность отдаляет людей от Бога. Они не могут поверить в то, что Богу есть до них дело.
а все из-за того, кто буквально насилует мировое богатство, пытаясь установить новый мировой порядок. Нужно быть слепым, чтобы не понимать этого. План за этим ковидом весьма очевидный, не нужно так затихать. Когда я вдруг говорю вам правду. Итак, посреди всего этого нужно быть настороже. Вам также нужно понимать свою цель. Но узнать ее вы можете только при встрече с Богом. Моисей знал Бога, он был научен Божьим путям. Затем он вырос при дворе фараона и разбирался в египетских богах. И когда Бог пришел к Моисею, внутри Моисея были некоторые борения, как и у всех нас. Бог говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Иными словами, «Я видел угнетение моего народа и пришел, чтобы их избавить». А что делает молитва? Молитва говорит: «Боже, спаси и исцели Южную Африку. Бог, благослови наш народ». Но что Бог говорит Моисею? Он говорит: «Я хочу послать тебя». То есть, не будет никаких реформ в образовании, если кто-то не займется этим. Вот почему последними словами Иисуса были: «Идите по всему миру». Проповедовать Евангелие значит нести социальную справедливость и давать надежду бедным. Проповедовать Евангелие значит исцелять разбитые сердца, реформировать образование и сделать ЮАР безопасной страной. Мы должны разобраться с каждым насильником и педофилом. Проповедовать Евангелие значит спасать этих людей, пока они не встали на путь криминала. Вот почему мы никогда не изменим нашу страну без церкви. Я понимаю, что для многих людей церковь — это здание с башней и колоколом. Они не понимают, что церковь славная, сильная, с целью, меняющая общество. Церковь — это свет и голос Божий. Но я говорю не о здании, где мы слушаем проповеди. Я говорю о месте, где люди собираются вместе, чтобы пережить Бога. А Бог помещает своих людей в общество именно там, где ему хочется. Бог говорит: «Вы слишком долго бродили по пустыне бесцельно. Я пришел, чтобы привлечь ваше внимание». Бог желает сегодня привлечь ваше внимание. Он уже долгое время говорит вам о каком-то служении. Он призывает вас к какой-то работе в обществе. И не думайте о своих ранах. Он использует ваши раны для исцеления других. Не думайте о своей боли. Он превратит ваши шрамы в звезды и использует вас для своей славы. Он даст вам красоту вместо пепла, если вы позволите ему сделать с вами то, что он хочет. Итак, призвание, видение, путь. Вначале Бог призвал Моисея. А затем он дал ему видение. Бог обещает избавить Израиль. И мы молимся. Мы знаем обещание. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы с ЮАР все было прекрасно, а также с Кенией, Нигерией и всей Африкой, и с вашей страной тоже. Бог видит. Я пришел, чтобы избавить, и все ждут Бога. Но тут есть подвох. Ничего не будет, пока кто-то не пойдет. Итак, пойди, я пошлю тебя. Нет, не твоего соседа. Я понимаю, что вы ходите парами, как в ковчеге. Да, церковь — это ковчег безопасности. Аминь. Бог говорит: «Я буду использовать тебя. Я посылаю тебя стать учителем или директором школы, стать влиятельным человеком, консультантом или мэром, а затем министром или премьер-министром, президентом или директором компании, чтобы ты принес реформы и смог избавить угнетенных». Послушайте, избавлять угнетенных, а не жить для себя. Вот как христианство превратилось в болото. Люди хотят встречи с Богом без цели. В Библии таких примеров нет. Все разговоры, которые Бог вел с людьми, заканчивались какой-то целью.
Когда мы теряем цель и видение, мы гибнем. Когда в нашей жизни нет цели, нам не выжить. А большая часть церкви сейчас именно в таком состоянии. Им главное продержаться, я называю их христианами, заскоками. Им главное продержаться. Но такое отношение ничего не меняет, ведь так? Так жил Моисей целых 40 лет. Он избавитель. Когда-то он был сильным человеком. Он был уверен в своих навыках и способностях. И, возможно, прошлая неудача научила его полагаться на Бога, чтобы он мог повести целый народ, непослушный народ, в землю обетованную. Бог все может обратить во благо. Так Моисей научился любить Бога и его цели. И с того дня он служил своему Богу и его цели, и это привело к тому, что он начал служить людям и вывел их из рабства в землю свободы. Почему правительство так неуважительно относится к церкви? Да потому что они думают, что большинство церквей можно закрыть, и никто не будет по ним скучать. Но церковь не такая. Мы соль, мы свет, мы надежда мира, мы столпы утверждения истины в обществе. Я говорю о сильной церкви, церкви в силе Святого Духа. И на этой неделе мы увидим, как Бог будет поднимать людей. Он будет превращать никого в кого-то. Бог возьмет Самсонов, которые были привязаны к жернову и долгое время ходили по кругу. Бог возьмет тех, кто ослеп и утратил видение, и даст им еще один шанс. Они снова будут бегать для Бога. Бог возьмет Гидеонов и превратит их в могущественных людей Божьих. Бог возьмет Ион, которые бежали от Божьего призвания, зажжет в них огонь и вернет их на их место во имя Иисуса. Бог пойдет искать Петра, который ушел рыбачить, и найдет его. Бог вернет вас обратно, и вы будете великим лидером, великим человеком. Ваши лучшие дни еще впереди. Ваши лучшие дни, дни славы еще впереди. Вам лишь нужно приблизиться к огню, и вы увидите, что Бог сделает для вас. Не машите рукой на своего мужа, на своего друга или на своего ребенка. Вы даже не представляете, что может сделать Бог, если вы придете к Нему. Я знаю, что кто-то сейчас чувствует огонь. Вы чувствуете тепло в животе. Пора жить, проснуться, подняться и быть тем, кем Бог призвал вас быть. Если вы чувствуете этот замечательный огонь от Бога, Божий огонь внутри себя, тогда прославляйте Бога, ведь для Него нет ничего невозможного во имя Иисуса, кем бы вы ни были. Итак, Бог находит Моисея посреди неудачи. И Бог призывает его. И ни разу Бог не напомнил ему о его прошлом. Он ушел на 40 лет, а Бог просто говорит: «Иди прямо сейчас. Не завтра, не тогда, когда вам захочется». Многие люди так разговаривают с Богом. «Вначале я хочу сделать это, а потом я сделаю вот то». Серьезно? Это вы так с Богом говорите, да? Который держит ваше дыхание в своих руках, который вас держит в своей руке. Вы не можете так относиться к Богу. Возможно, Моисей тоже стал для себя Богом. Может, поэтому Бог сказал ему снять с себя что-то? Вам нужно что-то отпустить. Отпустите свою неудачу, свой страх, свое разочарование, свое заблуждение. Что бы это ни было, отпустите это. Вы не можете приходить к Богу по плоти. Вам нужно снять сандалии. От вас требуется смирение, подчинение и доверие. Его голос должен оставаться главным.
Представьте, что вы в своем саду, и один из ваших кустов загорается, но такого огня вы еще никогда и не видели, и куст не сгорает, а затем из куста звучит голос: «Моисей! Моисей! Я зову тебя!» Так мы это представляем. Сверхъестественное призвано привлекать ваше внимание. Мы не живем посреди сверхъестественного и чудесного. Эти вещи призваны привлечь наше внимание. Бог делает для вас чудо, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы соединить вас с Ним и с Его целью. И в начале того разговора Моисей отвечает: «Вот он я», а затем Бог открывается ему и говорит: «Иди». «Я хочу использовать тебя». А далее идет разговор, который возникает у многих из нас в голове, пока я проповедую. «Кто я такой? Я необразованный. Я ничего не умею. Сейчас мне главное выжить». Моисей говорит: «Кто я такой? Кто вы?» Затем он говорит: «Пошли кого-нибудь другого. Разве мы не хотим того же? Мы хотим полной отстраненности». «О да, послушайте, но я говорю людям, если вы этого не сделаете, то кто? Если не мы, то кто? Если мое поколение не будет сражаться, то кто будет сражаться в следующем поколении? Они к этому не готовы. У них нет ни силы, ни лидерства, ни смелости. Сейчас не их время сражаться и убивать великанов. А для того, чтобы Бог разжег в вас боевой дух, то где-то рядом должен быть великан. Мы не бегаем от великанов и не прячемся от них. Мы столкнулись с великаном безработицы, проблем в образовании, бедности и коррупции. Многие из вас выйдут на марш в эту субботу, и вместе ваши голоса станут громче. Вы скажете: «С нас хватит! С нас хватит!» Если ваши дети могут ходить в школу, то они могут ходить и в Дом Божий. Мы хотим, чтобы наши дети были обучены путям Божьим. Есть ли здесь женщины, горящие для Бога? Тогда вы можете сказать: «Аминь, пастор». Давайте, дамы, вы нам нужны. Поднимайтесь и высказывайтесь ради следующего поколения. Мы всегда сражаемся ради будущего поколения. Никогда только ради себя. И это призвание Моисея тоже было не для него. Оно было для других. В моей жизни однажды был такой же случай, как с Ионой. Хотите услышать об этом? Нет. Скажите «да». Как-то я хотел купить себе лодку и уйти в долгое плавание подальше отсюда. Я думал об этом неделю. А потом вспомнил Иону. Я вспомнил Иону и подумал: «Нет, я не хочу, чтобы рыба проглотила меня». Я вовремя пришел в себя. Кто из вас понимает, о чем я? Иногда давление такое сильное, что кажется, будто весь ад восстал против вас. И вам кажется, что лучший выход — это уйти отсюда. Но нет. Лучшее, что вы можете сделать, — это подняться, прийти к Богу и позволить огню Божьему разжечь страсть и ревность внутри вас. Скажите «Аминь» и прославьте Бога, и мы будем заканчивать во имя Иисуса. Ну уже давайте. Некоторые из вас были сонными. Слишком долгое время. Поднимайтесь во имя Иисуса. Поднимайтесь во имя Господне. Просыпайтесь во имя Иисуса. Пусть Бог разожжет огонь внутри вас. Это только начало. Но я хочу сказать вам, что Бог любит вас. Вы ценны и дороги для Него. Моисей сделал один шаг в верном направлении, и вы так можете. Он встретился с великим Богом, и вы так можете. Отдайте себя Иисусу. Вот с чего все начинается. Скажите: «Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Аминь».